Всем привет! С вами Videoshopper.ru. В современном мире технологии развиваются с бешеной скоростью. Особенно это касается смартфонов. Смартфоны физически не успевают отжить свое, прежде чем сменяются новыми. Итак, вы купили новый смартфон, а что делать со старым? Сегодня мы покажем вам, для чего сгодится ваш гаджет и насколько он будет полезен, чем попросту валяться и пылиться на полке. Итак, применение первое. Например, вы ведете машину и ищете адрес по навигатору. Готовитесь к сложному повороту и тут раз, и как назло вам поступил звонок. Смартфон переключается в режим вызова и навигатор выключается. В итоге поворот отношения со звонившим испорчены и приходится искать другой путь. В этой ситуации может помочь ваш старый телефон. И первое, для чего можно его приспособить, это в качестве навигатора. Вы можете навечно поселить его в машине, не расходуя заряд основного устройства и всегда просматривать свой путь движения, не отвлекаясь на звонок. Также смартфон можно использовать и в роли видеорегистратора. Зачем покупать отдельное устройство, если можно закачать приложение и подарить старому другу отдельную жизнь? Пропадают сладости, колбаса из холодильника или просто нужно посмотреть, что ребенок делает в комнате, пока вы готовите на кухне? В помощь вам приложение домашнего наблюдения. Это веб-камера, с помощью которой вы всегда сможете следить за тем, что творится у вас дома, используя ваш старый смартфон как камеру для передачи видеосигнала. Остается только неприметно приспособить его в месте наблюдения и все. Причем просматривать видео можно не только со смартфона, а также и с компьютера. Еще одна вещь, в которую может переродиться старый гаджет, это будильник. Если вы всегда встаете в одно время, просто настройте свой старый смартфон на нужные параметры, и он всегда будет вас будить в нужное время. А если дополнительно запустить программу часов, то можно получить продвинутый гаджет. В высоком разрешении экрана для исполнения таких задач нет необходимости, равно как и в большой производительности. Поэтому любое устройство сможет справиться с поставленными задачами, а уж смартфон тем более. Также свой старый гаджет можно использовать в качестве настольных часов на рабочем столе или при кроватной тумбочке. В эпоху облачных технологий и дешевой флеш-памяти такой совет может показаться совсем странным. И тем не менее, кто мешает использовать старый смартфон для хранения контактов, фотографий или заметок? Не станем забывать золотого правила хранения информации. Чем больше копий, тем выше вероятность ее не потерять. И снова дети. Ваш старый смартфон просто лежит без дела. Так почему же не превратить его в веселый и обучающий девайс для ребенка? Загружайте обучающие приложения, игры и всякие детские развлекалочки, и ваш ребенок будет счастлив. Есть такая поговорка: старый друг лучше новых двух. И хотя мы еще ни разу не видели, чтобы кто-то отказался от двух новых гаджетов в обмен на старый, не торопитесь списывать неактуальную модель со счетов. Дайте ему шанс побыть полезным, и он вас не подведет. Делитесь комментариями, как вы используете свой старый гаджет. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Videoshopper.ru. Пока!